Хей, друзья, у микрофона Рамзес. Сегодня играем на серию Зомби Вегас. Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Повыживаем немножко, без лишних слов. Ребята, я думаю, получится интересный и крутой видеоролик. Поэтому усаживайтесь поудобнее, будет очень-очень классно. Смотрите, ребят, какой здесь урон у ВСКшки. Это просто что-то с чем-то. И нас сзади, блин, завалили, к сожалению. Давайте попытаемся еще раз сделать себя человечком, но уже нужно ждать раунд. Ребят, вообще просто ВСКшка топовая, я сейчас буду с ней только бегать, вот так она вот выглядит, очень красиво. Обновления такие минимальные повыходили, поиграем, ребят, ну, думаю, получится весело и классно. Видеоролики сейчас выходят, ребят, реже, потому что я в отъезде, и я стараюсь хотя бы хоть раз в неделю вас радовать видеороликами, поэтому... Поддержите меня хотя бы за это лайкосиком, я думаю, вам не составит никакого труда, мне будет безумно-безумно приятно. И тогда видеоролики будут почаще для вас снимать. Цены на привилегии вот можете поставить на паузу, посмотреть. Кто захочет купить какую-либо из привилегий, заходите на сайт bosscs.ru и выбираете, в принципе, любую привилегию и оплачиваете. И после смены карты у вас сразу же появляются привилегии, ребят. Так, все, у нас остается минута и три человечка. Я вот не знаю, как их завалить. Был бы у нас граб, пацаны. Так, ну да, а, вы не включили граб. Нам нужно еще включать граб через менюшки. Короче, ребят, это очень долго, очень муторно. Поэтому я вам предлагаю сейчас в личном кабинете сыграть лотерейку на мапаке. И посмотреть, возможно, в меню привилегий. Так, прокачать зомби мы можем. Смотрите, нажимаем прокачать зомби, и какая у нас гравитация становится. Мы просто можем на любую локацию просто перепрыгнуть. И, кстати говоря, нам дали 253 амопака, чтобы вы понимали. Это очень-очень много. Вот смотрите, отсюда мы на изи долетим вот сюда, пацаны, чтобы вы понимали. Просто сзади вот так, сзади вот этого паренька подберемся. И сейчас быстренько его, опа, опа. И, блин, практически, пацаны, я сейчас завалил его, но он на паутинке, зараза. Блин, мы могли сейчас на изи его завалить, на самом деле. У нас сейчас куча на кучу или множество заражений, что-то такое. Так, сколько у него хп осталось? 55 хп вроде бы. Поэтому мы должны сейчас попытаться его завалить, пацаны. Давайте вот так вот, невидимочки, перепрыгиваем. Он меня не видит. А нет, он меня увидел. Блин, я до последнего думал, что он меня не увидит и что все будет the best. Так, но... Я не знаю, что и как нам делать тут. Давайте попытаемся приземлиться сейчас. Опа. А нет, 105 хп у него осталось. Поэтому сейчас мы попробуем, пацаны. Его завалить. 50 хп осталось. Последний раз нам черкануть его. И все будет the best, пацаны, реально говорю вам. Так, ой, не попали, к сожалению, не попали. И что делать, я вот не знаю. Поэтому, блин, у нас гравитация реально очень большая. Поэтому, да, пацаны, мы не успели. Ну ладно, сейчас тогда новый раунд начнется. Ничья у нас, 1-4. По факту сейчас мы можем сделать себя дьяволом. По факту, но это не точно. Так, управление зомби-модом. Снайпером, я думаю, получше будет, чем дьяволом. Так, смотрите, опа, да, не, пацаны, это у нас 4-й раунд только начинается. Тогда закупаем броню себе, да, по-быстренькому. Бронюшку. Мины здесь наземные мы еще поставили с вами. Так, что еще мы можем сделать, получается? Так это без задачи купить джетпак, маску от вируса и ту ВСКшку хочу безумно. Вот, а где? А, что у нас сервачок? У нас сервачок завис, получается, пацаны. Меняется карта на сервачке. Вот, да, сменилась карта. А, или это у меня что-то залагало, зависло, не знаю. Давайте перезайдем тогда просто. М394, я надеюсь, зомбаком не стану, потому что будет обидненько на самом деле. Ну и почему меня не респаунит на самом деле, тоже огромный-огромный вопрос у меня, пацаны. Как нам сейчас зайти, вообще поиграть, я без понятия, потому что менюшка М2 управление зомби-модом, возродить мы себя не можем, вот и в этом прикол-то. Так, превращен обратно в человека. Вот, понимаете, ребят? Я не знаю, что за фигня на самом деле происходит. Вот, все, мы зареспаунились, и антидотик можем взять с вами. Это очень хорошо. В следующем раунде мы себя сделаем тогда снайпером. Я хочу под снайпером поиграть. Без задачи, все, вот это закупили. М295. Вот, ВСКшку эту мощную купили. И себе осталось нам взять только... Вот, а, кстати, пацаны, здесь еще одна ВСКшка какая-то была. Вот, смотрите, это стреляет обычно, вот это стреляет... Тоже обычно, но я думаю, она помощнее будет. И где-то вроде бы здесь должна быть еще... Вот, М96. Джетпак, вот, пацаны. М96, М97.
режим босса включим. И, в принципе, все. Да, с вот этой ВСКшкой, думаю, она помощнее будет. С вот этой повыживаем. Давайте вот на этом зомбаке потестим. Давайте вот спускаемся сюда. Если она будет не особо мощной, то мы сменим, в принципе. Но они идентичны, я так вижу. То есть по урончику сносит примерно такое же количество хп, как и та. Поэтому особо смысла не вижу вот с менюшки привилегий брать, хотя вот что-то по 400 хп выбивается у нас. Возможно, это что-то с чем-то связано. Ну вот, я не знаю даже, куда стрелять нам, потому что, ну вот, по 200 хп, в принципе, сносит, и это нормально. Сейчас, если мой килл заберут, это вообще будет обидненько. Все, завалили, пацаны, этого паренька. Два килла нам, кстати говоря, засчиталось, это очень классно. М2995, патроны кончаются, сразу же покупаем новую. Да, ребят, вот это, как по мне, помощнее, реально, М2995. Вот эта ВСКшка, как по мне, пацаны, еще раз повторяюсь, помощнее, чем с менюшки привилегий, честно вам скажу. Типа, смысла врать мне нету, поэтому вот, я вам говорю все как есть. А у тебя сколько хп? 7000? Окей, значит, придется вот эту нам валить. Реально, ребят, всем советую брать вот эту ВСКшку. Так, а сколько у тебя... Ой, практически завалили. Так, на сзади кто-то мочит. Я думаю, стоит на расстоянии как-то вот так выживать, пацаны. Будет поспокойнее всем. Так, сколько у тебя хп, братанчик? 6800. У тебя сколько? 8 вообще. Я не знаю, по кого здесь выбирать и по кому стрелять, пацаны. Давайте вот, 4000 хп у нее. Думаю, стоит завалить вот его по-быстренькому. Вот так вот, пацаны. Зажимаем и начинаем стрелять просто. Вот, все, патроны заканчиваются у нас. И броня, кстати, нужно следить за броней, потому что броня закончится, и все, нам просто ГГ будет лютая. Ну, патроны не долетают. Я предлагаю вам вот сюда на текстурочку эту вот так приземлиться по-быстренькому. И отсюда взять и вот так просто сверху взять и завалить, скилл доделать. 20 хп остается, сейчас если его заберут, это будет вообще обидно. Так, все, пацаны, завалили, сразу же зареспавнилось. Зомбяки, да, заспавнились. У нас же джетпак еще должен быть. Я вот точно не знаю насчет этого джетпака. Так, в голову предлагаю попробовать поцелиться. Так, пацаны, М2995. Главное... Я промолчу, пацаны. Окей. Хатабу 4. Просто... Ну, просто, блин, фраги берет мои и забирает. Окей, давайте посмотрим, что здесь... Вот, 3000 хп, пацаны, можем вот этого завалить. То есть вот так повыживать, поиграть, я думаю, будет самое то, поэтому... Если будет желание, то заходите, будем вместе с вами играть. Я уже на сервачках, вот, на которых играл. Вот в следующей серии, кстати, по данному проекту будет без привилегий. Мы без привилегий повыживаем. Я думаю, получится интересный видеоролик и довольно-таки крутой. Вот, поэтому, братишки, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новых видеороликов, и смотреть их первыми, и все будет чики-пуки. Так, 6-0 счет у меня, я думаю, этого уже не успеем завалить вообще никак, да? И я себя сейчас сделаю снайпером, тоже с АВП-шки побегаем, повыживаем. Так, сделать снайпером, давайте, Рамзес, опа, все. Ага, пацаны, здесь вы понимаете, какой снайпер? То есть здесь Unreal полный нам... Короче, здесь пушка не дается за снайпера, чтобы вы понимали. То есть, короче, баганный снайпер, вот так вот. Просто вот так вот выразиться можно, реально. Потому что у нас должна быть АВПшка, нам дается обычный просто пулемет, который с обычной КС-ки. И все, и как вы видите, это полное ГГ, полное мясо. И смысла вот так вот выживать я вообще не вижу, потому что, ну, это вообще, ну, это очень тупо на самом деле. Админ что-то не посмотрел обновление, ой, ну, обновление точнее, не посмотрел что-то сервачок, и сервачок забагался. И нужно ему написать будет, чтобы пофиксил, пацаны. Потому что так выживать вообще нереально, можно сказать. Вот, братва, поэтому если хотите продолжение, чтобы видеоролики почаще выходили, ребят, то скоро они будут выходить почаще, если вы поддержите меня лайкосиком, подписочкой на канал и нажатием на колокольчик. Поэтому, братва, дерзайте. Следующий видеоролик по данному проекту будет без привилегий. Повыживаем с вами. То есть, ну, рубрика без привилегий, как вы просили. Я думаю, будет классно. Поэтому ждите, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, еще раз повторяюсь. Ну, а с вами был Рамзес и Дела. Все ссылочки на сервачок будут в описании. Всем удачи и всем пока. Пока.